Большими шагами развивается туризм в селе Хан-Ордасе, что в Бакиординском районе. Отныне путникам будет где остановиться, ведь в населенном пункте торжественно распахнул свои двери хостел. В церемонии открытия приняло участие местное руководство, которое отметило, что это очередной шаг к тому, чтобы сделать село зоной большого туризма. О развитии данной сферы в своем послании народу говорил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Между тем, сам хостел – современное и в то же время уютное здание. Здесь 2 этажа, 4 номера на 16 мест. Есть также и столовая. Наше село славится своей историей. Естественно, что сюда стягиваются туристы. В год бывает более 20 тысяч человек. Им необходимы места для отдыха и для ночлега. Поэтому в 2020 году мой супруг подал заявку на грант по программе «Дорожная карта бизнеса» и сумел выиграть. На вырученные деньги мы как раз построили хостел, который назвали «Намат».